Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем проходить Hello Neighbor мод, который называется Hello Man. Мод очень классный, дом офигенный. И мы нашли в последний раз граммофон и вот такой вот черный ключ. Пока непонятно от какой двери, но... Но мы с вами это выясним. Обязательно. Так, вот отсюда, ну вот туда нам надо запрыгнуть, там по-любому что-то есть. Нам надо проникнуть в дом. Я вторую серию записываю подряд, то есть я не знаю, как вам зашла первая серия. Он постоянно там ходит. Где-то сзади. Блин, камера. Опа, он здесь. Из той комнаты собирается выходить. Граммофон красный, он вообще деревьевцы вот эти маленькие делает меньше размером. И... Раз уж этот граммофон был в запертой двери, которую мы открыли, то явно он нам понадобится. Не просто так же там была закрытая дверь. Так, вот пока мы не нашли переключателя, который... Вот этот... Собака. Как же меня достал этот сосед, он все время там, где мне не надо ходит. Все время по первому этажу вообще он не ходит. По второму ходит и по третьему. Ну, долго мне еще преследовать будет? Мне что-то кажется, что он забаговался где-то. Да, он, похоже, забаговался в двери или нет. Он, по-моему, захлопнул дверь там только что. Раз музыка погони идет, может он и забаговался. Да, я угадал, он забаговался. Но он, наверное, все-таки увидел, в какой я шкаф залез. И сейчас меня отсюда достанет. Ну да, я так и думал. Ох, сложно, сложно, сложно. Сложно, потому что сосед постоянно здесь. В смысле? Как так-то? Вбивай стекло, я сказал, блин. Что? Куда? Куда это? Куда это меня занесло так далеко? Так, ну, судя по мельнице, дом там находится. Ну, ёшкин кот, куда это меня снесло-то так далеко? Так, на еще одно стекло разбиваем. А, потому что надо надеяться, что это его как-то отвлечет. Собака, а? Вот как не вовремя, ё-моё, а? Куда оно отлетело? И он обратно на второй. И он обратно на ту лестницу пошел. Ждать меня там. А, он увидел меня вдалеке и обратно пошел туда. Вот собака, а. Вот все возможное сделали, чтобы он не возвращался сюда, а. Не дают мне нормально пройти этот мод. Не дают нормально поиграть. Сосед, что бы я ни делал, сосед все время будет ходить здесь. И не давать мне спокойно поиграть.
не давать мне спокойно исследовать этот дом. Ой, собака, а он там. Мы должны найти... Мы должны попасть на третий этаж, это по-любому. Забаговывается еще и постоянно. А что предметы-то отлетают так, не туда? Да дайте вы мне пройти! Я не могу пройти через него. Ну все, я попался тут. Никуда не деться. Через него нельзя пройти. А-а-а, блин, это просто бесит до невозможности. Блин, вот сюда идет, вот собака. Я слово собака уже сколько раз произнес уже за тот выпуск и за этот. Пипец просто. А, нет, он вошел туда. Он забежал теперь в ту комнату. Поставил там камеру, я услышал сейчас. Ох, он скоро весь дом камерами понавешает. Он все время камеры там вешает. Надо третий этаж быстро идти. Да почему он здесь-то именно, а? Ох, вот здесь, надеюсь, не найдет. Должно пройти где-то секунд 30 после того, как мы от него вырвались, когда он нас схватил. И только тогда можно будет и второй раз. Камера, зараза. Вот собака, как он меня достал, а. Нет, он, по-моему, знает, что я здесь. И сейчас он опять полчаса тут будет в этой двери торчать. Мне некуда деваться. А, ну зашибись, он вылез. Мне теперь... Мне не сбежать теперь от него никуда. Это еще и найти баги, если я буду натыкаться. Я вообще не... Так, все, потерял он меня пока. Как он меня достал, это просто пипец. Так, чё она закрывается-то сама по себе? Дурацкая камера, блин, мотую. Так, ну мы здесь были, тут ничего полезного мы не найдем. Пока что. А, ну вот это, я так понял, воду с акулой смывает. А, слушайте, а мы двойным прыжком сюда не можем попасть? Давайте попробуем. Отлично, мы можем сюда пробраться. Видимо... Не, ну а как по-другому-то сюда попасть? Опа. А там, а туда я попаду? Там ружье лежит. Вряд ли бы можно было бы по-другому как-то сюда попасть. Тихо-тихо, осторожно. Там. Так, ну-ка сюда забираемся. Так, еще один замок. Может, а ключ не от него случайно? Нет, не от него. Там ломик. Ломик тушить надо, блин. И отмычка от... Отмычка от этого замка, я так понял. Ну так, ну ружье явно не для этого. Для этого надо магнит. Там лопата еще лежит. Ясно, надо, короче, искать магнит.
Ну вот, вот сейчас самое время в багах застревать, блин. Так, туда мы не пройдем, потому что там закрыто. Все этими. Так, ну здесь ничего полезного мы не можем найти. Здесь везде загорожено, мы туда не проберемся. Там мы были. Ой-ой-ой, тихо, только не падай туда. Где добыть вентиль, я не знаю. Вот сосед где-то тут. Я прям это чувствую. Опять капкан поставил. И камеру. Нет, только ко мне не подходи, пожалуйста. Хорошо, что мы без фонарика ходим. Если бы у нас был бы включен фонарик, он бы точно... Он бы отсюда... Он бы нас бы заметил бы. Опять в баге он застрял. Да... Такие баги задолбали уже, если честно. Он... Пока я не встану, он не может выбраться из них. А, нет, может. Может. Только что-то он... Никуда не ходил. А, камера сюда нельзя. Вот как-то туда пробраться надо, но там акула. Блин, она же сцапает меня. Как мне туда попасть-то? Здесь что лежит? Я это открывал или нет? Что-то я не помню. Там какой-то переключатель. Пока не ясно, что он открывает. Ну, мы... Опа! Погодите, нам туда надо попасть. Быстро схватываем на лету, в общем, почти. Вбиваем это окно и и запрыгиваем туда. Так, ну все, сосед точно. Так, этот провод, я помню, ведет к той штуке, но что эта штука делает, пока не ясно. Опа! Погодите-ка. Туда идем. Ну-ка, быстро туда. Блин, двери не открываются, надо. Как-то поезд этот запустить, но пока непонятно как. А что за этой дверью? Блин, она закрыта. Там ж... Ну, в этих комодах по-любому что-то лежит. Там наверняка какой-то проход, раз уж тут стулом подперто. То как-то туда можно с другого пути зайти. Но вот с какого, пока непонятно. Опа. Погодите, а тут мы были или нет? Дайте сюда ружье. Так, прежде чем туда идти, давайте проверим и другие тоже дороги. Ага, вон там черный замок. А там что-то еще. Давайте, да ладно, давайте попробуем в то стекло запрыгнуть. Вот что открыл этот переключатель, я пока не понял. Так, отлично, мы сюда попали. Что у нас тут? Так, о, вентиль. А, нет, он не крутится. Не крутится, жалко. Ох, какой здоровенный дом. Это же жесть просто. Надеюсь, в этой комнате что-то полезное будет. Явно.
Так, ну я полезных предметов что-то тут еще не нахожу. Полезных предметов в этих комнатах нету. Хотя, может, мы не все проверили, конечно. Вот это мы проверили. Вентиль, вентиль, вентиль. Вентиль нам надо... Так, там что-то есть. Нам надо это открыть. Нам надо открыть этот кран. Я помню, там был кран с... И я так понимаю, акула от этого. Так, а куда нам тут... Там камера стоит, вот собака. Опа, отлично, мы прям вот сюда попали. А, у нас ружье же есть. Зачем нам предметы-то? Погодите, а как мы туда попадем-то? Так, во-первых, камеру надо деактивировать. Может, это его туда приманит? Блин, я упал! Так, ясно. Вентиль мы добыли, значит... Блин, все эти предметы нам нужны. Вентиль мы добыли, значит, нам надо срочно открывать этот... Блин. А чё тот... А, кстати, а чё тот переключатель открыл, который мы в холодильнике нашли? Опа! Вот, красный ключ. Нам надо от чего-то избавиться, от ружья. Я не успел взять его, блин. Я так понял, тот переключатель, который мы нашли, это от красного ключа. На лету схватим. Ой, блин, он здесь. Так вот, сволота. Иди нафиг, просто пошел нафиг. Я без тебя зайду в этот второй этаж, блин, который ты мне все время не давал пройти. Блин, достал этот капкан уже. Надо быстро... Ага, вот здесь, вот здесь, вот здесь, я помню, вот здесь. Окей. Два ключа. Так, я помню, была красная дверь. Вот где именно она была, я что-то уже подзабыл. Отлично, все. Акулы теперь нет. Мы ее даже выбросим куда подальше, чтобы она не мешалась. Опа! А, во! А, все, я вспомнил. Вот мы сюда не могли попасть. Я тут не вижу никаких предметов полезных. Единственное, что мы можем, это вот сюда пробраться. Но предметов тут я не наблюдаю никаких. Ничего, ничего в этой комнате полезного нет. Так, ладно. Надо, короче, как-то запустить поезд. Вот только я пока не знаю как. Я так понимаю, надо найти это, дверь красную и... Вот это для этого надо ломик. Красную дверь и открыть. И, ну надо же как-то попасть туда, чтобы запустить поезд. Так. Блин, он где-то там. Вот собака. Я еще не могу залезть сюда. Рама мешается здесь. А, все, пролез. Так, надо красную дверь найти. Вот я забыл, где она. Ну точно, но она точно не здесь. Я точно помню, что она где-то была. А вот где именно, я не помню. Может быть, она там?
Собака, а как он меня достал? Нет, тут мы были. Красная дверь точно не здесь. Еще и ведра эти мешающиеся. Три камеры, куда так много-то? Эти баги, конечно, уже достали, что меня скидывает куда-то все время. Так, срочно ищем красную дверь. Срочно красную дверь ищем. Она на третьем этаже вроде где-то тут камера. Или где-то здесь, может? Нет, не здесь. Мы тут были. Как же эта собака меня задолбала. А, эти еще одна камера. Смотри, 4 камеры, даже 5. Должны красную дверь разыскать. Где она? Нет, не здесь. Сбивать стекло нечем пока. Блин! Я случайно разбил, кажется, стекло. Где дверь-то красная? Я что-то забыл. Нет, там никаких проходов нет, я помню. Так, отлично, он забаговался, значит, нам ничего не мешает. Те красные двери, я вообще забыл, где она. Есть! Я нашел ее, полчаса искал эту дверь. Я реально забыл, что она здесь. Она ведет, короче, к запуску этого самого поезда, блин, наконец. Отлично, запускаем поезд и... Если... Запустился же поезд. Ждем, когда он проедет тут. А что он едет-то? Чай давай, блин. Он едет вообще, нет? Что-то он, по-моему, не едет. Так, ладно, разберемся. Блин, он даже не швырнул его нормально. Да поезд, по-моему, не поехал. Ну-ка, сейчас проверим. Не поехал он никуда. А почему он не поехал-то? Он не едет. А, вот. Двери открылись. Как-то все это странно, если честно. Ну ладно, поезд теперь работает, можно наконец-то все это проломить. Сколько я это уже записываю, скажите мне, пожалуйста. А, 30 минут всего прошло. Я думал, больше 40 точно прошло. Я там обрежу большой кусочек, я там очень долго искал ключ. Это красную дверь. Только потом вспомнил, что... Какая же дверь может привести к пункту управления этим поездом? Поезд, кстати, что-то медленный какой-то здесь. Так, все. Погнали по железной дороге. Черный ключ по-любому от... вот отсюда. Так, проверяем. Шкафы, как все... Опа! Это ключ от машин? Это ключ от машин? Надо будет проверить. Еще... О, а вот это уже ключ от подвала. Хорошо. Наверное, мы тут уже сможем найти оставшиеся предметы для подвала. Нам остается только разобраться, как попасть на крышу. Так, давайте здесь встанем и посмотрим, как можно попасть на крышу. Я нигде не вижу тут проходов.
Давайте с той стороны проверим еще. Возможно, надо поезд подогнать сюда, чтобы забраться. А, можно... Все, я понял, как. Так, давайте... Откроем машину. Что-то мне подсказывает, что там лежит тот самый магнит. Точно, я угадал, тут магнит. А магнит нам нужен для этого контейнера висячего. Бежим к контейнеру от собака, он здесь. Что ты закрываешься? Блин, она еще и что-то постоянно тут мешает. Ключ этот... Блин, только не падай. Опа, хорошо. Этот магнит по-любому вот от этой, от этого места. Ну давай, чё ты не работаешь-то? Алло? В смысле? А, во, все хорошо. Да, лом взять нельзя, значит нам надо магнитом... Так, лопату еще берем. Значит нам надо магнитом взять этот ломик и принести его к себе домой. Он не берется-то? Берись, блин. Хорош. Вот сейчас самое время застревать еще вот здесь, а? Дом этот, лом этот к себе домой надо притащить, я так понимаю. И остудить. О, прям сразу потух, как только мы воду включили. Так, ладно, все. Кладем его вот сюда. Ключ этот сюда. Это ключ от подвала. Лопата, лопаты, что-то надо вскапывать. Сейчас разберемся, что именно. А, нет, лом нам пригодится, чтобы... я вспомнил, надо открыть там окно. Надо посмотреть, какое. Ага, вон то. Надо сначала туда добраться, если там надо еще и умудриться не заблудиться. И, собственно говоря, выбить там окно. Для того, чтобы выбить окно, мы возьмем... А, там ружье где-то валяется. Заберем это ружье. Где камеры? Это уже достало меня. Превосходно, мы теперь не пройдем туда. Ух, я уже задолбался в этой играть, если честно, но только не поймай меня, пожалуйста. Ну, там на балконе, там целая куча камер, я помню. Так, сидим еще. Вот собака. А зачем он опять полез сюда? Че он тут забыл? Все, он ушел. Вот если влипнуть в капкан, то по-любому попадешься. И капкан вот в этом месте уже достал меня. Отлично, из-за капкана не открывается дверь.
Надо понять, как войти в то окно. Нет, не, нет, не отсюда. Как мы сюда забирались? Так, нет, нам не туда. А, погодите, здесь закрыто что-то. Нам не... Это не та дверь, которую нам надо залезть? Так, вот тут непонятно, если честно. Ладно, разберемся, разберемся. Мы найдем проход. Надеюсь. Так, нет, нам не сюда. Ладно, у нас, ну, у нас двойной прыжок есть, может быть, так допрыгнем. Сейчас разберемся. Я просто не понимаю, как в ту комнату попасть. Просто даже не видно, что в этой комнате находится. Поэтому... Там еще какая-то дверь. Не, погодите, если окно открывается здесь, то... Мне кажется... А, ладно, я не знаю, как поезд. Давайте просто пододвинем поезд сюда. Пододвинем сюда поезд, чтобы можно было запрыгнуть здесь. Двери прям, ну, чуть-чуть задний ход еще добавим, чтобы вот здесь можно было зайти. А как же, а как мы туда попадем-то теперь? На, блин, нет, все, я задолбался это делать, я гостом туда залетаю, я уже задолбался так проходить. Сорян за читерство, но я задолбался это делать. Просто задолбался. Вот сюда остановлюсь. Обходить этого соседа уже просто надоело. Ох, а вот что-то я не уверен, что я допрыгнуть сумею туда. Но попробуем. Да, я туда... А, нет, я допрыгнул, отлично, я допрыгнул. Так, у меня ломик. А, я вспомнил, что это... Он еще и заделал это окно. Прекрасно. Но мы бы туда бы и не попали бы теперь никак. Без читерства тогда. Так что вот этот момент все же не продуман. Так, все, открыто. Я вспомнил, что это за комната. Я вспомнил. Я вспомнил, да-да-да. Я прям вспомнил, что это за... О, вот где граммофон нужен. Угу. Все, отлично, все, я понял. Я вспомнил, да. Я вспомнил, что это за комната, но мы тут были вынуждены считерить, иначе бы я туда не зашел. Он же заделал окно это. Так, переключатель. Хм. О, отлично. Тут какой-то ключ. Не знаю, от чего пока. Но пусть будет. Там что-то лежит. На крыше ничего нет. А здесь? Все, 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 я поняла. Я поняла, чего эти два ключа. Была дверь с двумя замками. Была дверь с двумя замками и... Это баг. Это был баг. Поэтому забиваем еще раз ГОСТ. И залетаем назад туда. Это был баг, поэтому ничего с этим не поделать. Такого не должно было произойти. Не должно было. Ну, гвозди прям тут лежат. Блин, жалко, мы туда не попадем теперь. А это что? Что это за дверь? Закрыто, блин, все. А, это та дверь, в которую мы должны были, собственно говоря, попасть.
которая как раз таки закрыта там, в том самом месте. Так, ладно, идем открывать ее. Идем ее открывать. Я помню, вот здесь зайти. Да, вот здесь надо было зайти, и тогда мы зашли в то окно. Один, первый ключ, второй ключ. Все, вот ключ карты, и мне кажется, мы уже полностью готовы заходить в подвал. Все, у нас есть все предметы. Берем, берем и открываем подвал. Вот и все. Все, все предметы мы добыли. Теперь бегом в подвал. Еще одна мешает. Угу. А вот и подвал. Фу, наконец-то. Наконец-то мы этот подвал дурацкий открыли. О, какой мод сложный, а? Запариться можно. Но мы быстренько разобрались, на лету все схватывали достаточно. Чуть-чуть почетерили, но это... Но там необходимо это в основном было. Опа, катсцена даже какая-то пошла. Фига себе. Это на какую-то лабораторию похоже. Ой, блин. Так, давайте туда зайдем. Да выключи ты свою сраную гуделку. Все, пусть потеряет. Так, все. Ну а пройдем. Ну а этот подвал мы будем изучать уже в следующей серии. На сегодня все. С вас лайкосписозы, с меня эпичные видосы. Ух, как мы сегодня попотели, а жестко. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте, и всем пока.